Всем привет и добро пожаловать на канал Bibitaki Dolls. И у нас сегодня посылка от компании Integrity Toys. Ну, собственно, вы уже об этом знаете, да? Вы же прекрасно понимаете, кого мы сейчас будем распаковывать. И посылка шла ко мне месяц. Я ни на что не жалуюсь. На самом деле, месяц так месяц, хоть дольше, лишь бы дошло. Уже отклеила вот здесь вот скотч, здесь было так очень условно заклеено, потому что посылку мою вскрывали, и вскрывали ее на складе. Вообще, Боксбери, когда получают к себе посылки, они их полностью вскрывают, просто полностью все коробки, смотрят, что там внутри. И, опять же, ни на что не жалуюсь, окей, значит, так нужно. Давайте посмотрим. Здесь коробка. И в ней еще коробка. И это уже шиппинг от Integrity. Такой классический шиппинг, новый, новенький, который вот так вот раскрывается у нас. И сегодня мы смотрим на мальчонку по имени Тьяго Валенте. Это мальчишка из коллекции New Face. Вообще, это знаменательный день, потому что в моей коллекции, именно в Integrity, то есть ни одного мальчишки еще нет. Ни одного. У меня вообще есть в коллекции всего один мальчик. Это из коллекции Барби БМР, то есть Кен из коллекции БМР, и он один-единственный на всех. И вот у него появился друг, есть второй мальчонка, не знаю, как будем делить одного на всех, ну что-нибудь придумаем. Очень красивая, стильная коробка, и, кстати, всегда коробка от Integrity Toys упакована в бумагу в шиппинге. Здесь бумаги нет, но, видимо, с ней произошло что-то в пути. Ну да ладно. Красивая, стильная коробка. Она полностью белая. Так, я держу вверх ногами. Да, вот так. Полностью белая коробка, на ней серыми буквами написано New Face, потому что это мальчонка именно из коллекции New Face. Кстати, на днях показали новых мальчиков из коллекции Monarch, и я надеялась, что я там кого-то пригляжу, и может быть и будет еще мальчонка у меня в коллекции, но вот коллекция Monarch меня прям расстроила, никто мне там не понравился и никого я не заказала. Но вернемся к Тьяго. Тьяго меня прям покорил. И на самом деле, конечно же, за этот месяц я увидела миллион разных фотографий живых от самых разных людей. И он мне понравился еще больше. И с каждым днем он мне нравится все больше и больше. Хотя, конечно, не всем. Не всем он понравился. Он такой очень юный. Да, это не брутальный мужчина в возрасте, нет, он совсем юный мальчик. И не всем он понравился, но для меня он прям красавчик. Я не знаю, кого он мне напоминает, явно напоминает какого-то актера. Подумала, что может быть Джейкоб из «Сумерек». Но Джейкоб из «Сумерек» мне не нравится, я вот за Эдварда Каллена. Но, возможно, его, то есть либо какого-то еще актера. Потом я подумала, что может быть Джастина Бибера. Но Джастин Бибер мне тоже не нравится. А вот Тьяго нравится. Но не знаю. В общем, рассказывайте, кого вам напомнит Тьяго. Сейчас мы вместе с вами его распакуем и посмотрим.
скажешь, друзья, но он прекрасен. Очень-очень красивый, симпатичный мальчонка. У нас сегодня звезда, она очень хочет сниматься. Ева, давай сообщим на камеру все, что ты хочешь сказать. Ничего не хочешь говорить, хочешь рушить все, да? Очень симпатичный мальчик, мне очень понравилось лицо. Особенно вот эти губки, у него такие пухлые губки, и в них видно зубки. Ротик приоткрыт, и видно зубки. Это так прелестно, так мило. Очень много деталей. Есть и аксессуары. Я, кстати, хотела надеть усики жемчужные поверх рубашки, но это не получилось. Они очень узкие, они прям по шее. Мне не совсем понятна подставка. Я вообще не знаю, у всех мальчиков такие подставки. Или у них были какие-то другие. Ну, в общем, насколько я понимаю, она под подмышки. Если я правильно понимаю смысл всего этого. Но вроде как все правильно поставила. По крайней мере, стоит. Главное, стоит. Это единственная функция подставки, правда? Мне очень-очень-очень понравился вот этот плащ. Великолепный плащ с таким количеством всяких разных мелких деталей. На человеческих плащах столько деталей не бывает, сколько вот на этом плаще. И, кстати, это отличный образец одежки Integrity Toys без подкладки. И он показывает, что даже без подкладки у них одежда очень красиво, очень аккуратно, очень качественно сделана. Здорово, мне безумно он нравится. Мне нравятся вот эти вот перчатки. Они не как обычно у Integrity Toys такие... просто покрашены, они покрыты флоком, они как будто бы замшевые, то есть то же самое, что и на голове у него, как у него прическа сделана. Классные ботинки, прозрачные, со шнуровкой, конечно, но ничего, кстати, я быстро справилась, в отличие от того, что обычно происходит. Нет, не надо сюда, пожалуйста, не надо. Вот так вот. Любишь-любишь и получаешь кусь. Много всякой разной одежды, можно по-разному комбинировать, у вас будут разные образы. Нет, вы видели это, да? Вы это видели? Вы понимаете, да, что происходит? Вообще, что происходит? Я не дала тебе сниматься, и ты меня бьешь? Специально достала кукол из трех разных линеек. Во-первых, конечно же, New Face. И рядом с New Face Тьяго выглядит очень органично. Вообще, кажется, они идеально друг другу подходят. По-моему, я уже нашла ему пару. Но, конечно же, надо дать шанс всем. И давайте посмотрим, как выглядит Тьяго рядом с Fashion Royalty. И они по росту, да, то есть они примерно одного роста. Да, по-моему, вообще одного роста. Ну, Fashion Royalty, наверное, более взрослые, чем New Face. Вот Поппи Паркер рядом с Тьяго, прям такая малышка-малышка. Вообще очень необычно было распаковывать мальчика Integrity Toys, потому что девочки, они все такие очень тонкие, хрупкие, маленькие ручки, маленькие ножки. А тут у него довольно крупные руки, крупные ноги. И это очень необычно было, то есть просто странно даже трогать как-то, как будто бы вообще что-то другое, абсолютно не Integrity Toys, как будто бы. Но все равно очень классный такой. Он тяжеленький, кстати, на вес, он довольно тяжеленький. Вообще сама посылка весила 1.5 килограмма. Девочки обычно весят меньше, то есть посылка с девчонками у меня весит, может быть, 1-1.2 кило, вот так. Вот он весил 1.5. Я, конечно же, вообще безумно рада тому, что у меня в компании моей появился мальчонка. Будет теперь с девчонками моими жить в доме. В общем, ждите кучу новых фотографий и сниму что-нибудь романтичное. И, наконец-то, мне не нужно будет во время съемки подставлять ему что-то под ноги, чтобы они могли в глаза друг другу смотреть. Потому что, когда снимаешь с Hot Toys... А Hot Toys ниже, чем Integrity Toys, как и Кены. Кены тоже ниже, чем Integrity Toys. Я все время им что-то подставляю под ножки, там, если я хочу их как-то, чтобы они смотрели друг другу в глаза. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Расскажите, как вам Тьяго? Лично я безумно рада. И расскажите, как у вас обстоят дела в коллекции.
Есть ли у вас мальчишки? Какие? Сколько? Кто они? А может быть, у вас вообще коллекция исключительно из мальчишек? И девчонок нет. Я бы, кстати, посмотрела на такую коллекцию, никогда такой не видела. В общем, пишите в комментариях все, что думаете по поводу этого мальчика. И не только этого, но и любых других. Хорошего вам дня, хорошего настроения и, конечно же, хороших новостей.